Всем хорошего дня. К нам пришла тоже зимняя сказка. Еду в Краснодар. Погодка чудная. Но обещают плюс 10 скоро. Всем хорошего настроения. Всем хорошего дня. Я в декатлоне даже носки. Моего цивилька. Движуха была. Они там в костюмах где-то Дедов Морозов собирались. Причем так много, столько на людей было, очень много. И погодка такая прям замечательная. Думаю, блин, вот бы туда сейчас на мопеде поехать. Было бы вообще... Представляешь, на Новый год поехать в Сочи на мопеде. Да, Коль? Я смотрел твои истории, Коль, сегодня, поэтому, блин, классно, классно, что там. У нас далеко не так. Ну, а у нас, конечно, не Сочи. Но тоже атмосферненько. Оленей таких нету, как в Краснодаре, конечно. Олени были классные на Азмоле. Думаю, может быть... прийти сюда на Новый год, поводить хороводы или же на мопедке стартануть в Сочи. А? Блин, ну GoPro-шку до сих пор, надо сегодня им позвонить, GoPro-шку интересно. Что-то они молчат, тишину ловят, все. Если бы, конечно, GoPro-шку сделали, вообще бы я, наверное, в Сочи стартанул, что-нибудь поснимал бы там. Всем хорошего настроения. Всем хорошего вечера. В то время как основная масса спортсменов разминают печень. Мы с Виталиком делаем. Что ты делаешь? Нихрена ты не занимаешься, блядь. Давай пошли работать. Эффективные упражнения. Упал от жалости. Рельеф языка. Ну чё, ребя? Сегодня увидел новости, точнее сейчас буквально, что завтра, 27 числа, в Краснодаре состоится мотопробег Дед Морозов. Вот, поэтому что-то мне так ударило. Бум, хочу,
Хочу. Поедем, ребят, кто захочет завтра поехать, там 14 часов это будет. Пишите. Давайте поедем вместе, может. Виталий знает, как занять кота. Ребят, пришел к Виталику поиграть в Дендик. А его два часа получается. Ну, два часа я это делал. Я думаю, чего целый час нету в спортзале? А он делал вот эту штуковину. Прикольно, да? Баскетболист. Все, тебе этого должно быть достаточно. Дальше я сам катайся на своем мопеде. Мопед, хочу такой тоже. Вау. Ух ты. Стробит это, короче, частота кадров не совпадает с монитором просто. Если были бы ручные настройки, то этого бы не было, можно избежать. А так, короче, получается то, что несовпадение, когда идет, вот этот строп идет постоянно.